Всем привет, с вами Аур. Мы неожиданно набрали больше 15 тысяч лайков под предыдущим видосом. Активность сейчас не супер топовая, но на прошлом видео мы набрали на данный момент где-то 20 плюс тысяч лайкосов, за что вам огромный респект. А значит, вам это очень сильно зашло. Мне тоже понравилось. Правда, действительно, это было крайне весело. Значит, формат продолжается. Прожимай лайкосик и пиши в комментарии, кого разгадывать в следующий раз, если мы повторим результат и наберем 20 тысяч лайкосов. Ребят, сегодня мы ищем Степу, понятное дело, моего сына, потому что я не уверен, что он здесь есть. Был не уверен до недавних пор, потому что в Инстаграме кто-то уже отгадал и прислал мне, что да, он есть в Окинадре, поэтому небольшой спойлер. Но в комментах также под прошлым видосом накидали, что найди тогда и Даню, сына Холдика. Очевидно, что он, скорее всего, есть. Посмотрим. Как это вообще? Я не понимаю, как он реально догадается? Это же сложно, это нереально, это бред. Возможно, поищем еще Аню, мою жену, но с Brawl Stars'а я тоже вот что подумал. Ребятки, у нас есть такой персонаж, как Леон. Вы знаете, что я лютый фанат Леона в принципе, да? И с самого появления Brawl Stars'а я когда-то пытался его выбить. В общем, у меня очень серьезная история с Леоном. Я даже чуть машину не покрасил, но никак у меня, ты думаю, покрасить ее в зеленый цвет, не покрасить, короче, не знаю. Ребятки, хочу увидеть, не найти Леона. Понятное дело, что Окинатор знает Леона, очевидно же, правильно? Но сколько раз загадывали Леона. Вот это интересно, и мы это с вами узнаем. А еще хотелось бы выбрать какого-то банального перса, но у нас очень много персонажей в игре. Возьмем какого-нибудь банального перса, например, Шелли. Ну, вряд ли же кто-то будет загадывать Шелли. Ну, правильно, это такой начальный персонаж, он у всех есть, он всем очевиден. Вряд ли, да? Поэтому с нее и начнем. Досмотрите видео до конца, чтобы увидеть все-все подробности. Ну что, Шелли, первый перс. Поехали. Ваш персонаж женского пола? Да. Ваш персонаж знает вас? Знает вас? Я не знаю. А, кстати, в прошлом видео вы писали, что я не нажимаю, я не знаю. Все, буду нажимать. Я не знаю. И он завис? Типа что? Он тебя не знает? Он женского пола и не знает тебя? Да, мне, думаю, Окинатор просто сам завис. Я сломал Окинатор. Еще раз, ваш персонаж женского пола? Да, ваш персонаж знает вас? Я не знаю. О, это просто лаг был. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Да. Ваш персонаж существует на самом деле? Нет, но хотелось бы. Персонаж из игры Brawl Stars, прикинь? Да. Ваш персонаж связан с огнем? Нет, но хотя она стреляет прям огненно. Ваш персонаж фиолет? Ну нет. Ну вот это вот странно. Как он фиолетовые волосы? Ну, у Шелли же правильно фиолетовые волосы. Есть ли у вашего персонажа двухэтажный дом? Не думаю. Ваш персонаж был участником группы? Нет. И тут опять он завис. У вашего персонажа есть кошка? Нет. У вашего персонажа есть золотая кнопка? Нет. Ваш персонаж стреляет из дробовика? Ну да, да, это же дробовик, правильно? Это дробовик. Никогда не задумывался, что это дробовик. Да. Ваши персонажи седые волосы. Нафига столько вопросов? Ты бы уже отгадал. Он уже это понял, когда про фиолетовые спросил. Ну правильно. Персонажи седые волосы. Нет, фиолетовые же. Саша Спилберг? Что? Ваш персонаж имеет отношение к группе? Зачем ты это спрашиваешь? Саша... Что? Да при чем здесь Саша Спилберг? Ну ты сломался, брат? Имеет ли ваш персонаж головной убор? Ну это спорный вопрос, потому что некоторые скины есть, но мы же говорим просто об оригинальном, правильно? Носит ли ваш персонаж головной убор? Возможно, частично. Ваш персонаж любит своего кота? Нет, типа, ваш персонаж любит своего кота. То есть, если я скажу, что нет, значит, типа, у него есть кот, но он его не любит. Я не знаю. Связан ли ваш персонаж с политикой? Да ты издеваешься, что ли? Ваш персонаж носит головной убор? Я не знаю. Был ли у вашего персонажа кот? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к кошкам? Ты что, издеваешься? Ваш персонаж любишь колбасу? Нет. Ваш персонаж родился во Франции? Нет. Блин! 20 с чем-то тупых вопросов. Он с самого начала знал, что это Шелли. Но! Важный момент. Здесь не оригинальная Шелли. Так что, ребзы, зайдите, короче, замените, кто как умеет. Я не знаю, как просто менять. Да. И сколько раз? Фото, которое первым берет 10 голосов, выиграет. Они одинаковые. Я за это голосую. Ваш голос был еще там продолжен. Шелли 34-225 раз. Ну, это много, но не так, чтобы. Но, блин, я удивлен, что нашло.
Хорошо, Леон. Это интересно. Это интересно сколько раз? 34 тысячи мы запомнили на Шелле. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж существует на самом деле? Нет. Персонаж человеческие уши? Я предполагаю, что да. Связан с аниме или мангой? Нет. Ваш персонаж носит бороду и усы? Не думаю. Показывали ли фильмы с вашим персонажем в кинотеатре? Я хотел бы. Если ты тоже хотел бы, лайк. Я думаю, что не показывали. Ваш персонаж из видеоигры? Ну, если Brawl Stars можно назвать видеоигрой, да. Ваш персонаж из игры Brawl Stars? Да. Может стать невидимым. От тебе здрасте. От тебе здрасте. Спорим? Спорим. Он еще 10 вопросов будет задавать какую-то ересь. Персонаж акула? Возможно, частично. Возможно, частично. Носит синюю форму? Нет. У вашего персонажа синяя одежда? Нет. Ваш персонаж... Ну, просто есть скин акулы. Я не знаю просто. Это очень сложный момент, потому что даже Шелли поставили не оригинальный скин здесь. Так что сложно. Хотя он отгадает. Он сейчас будет дичь. Ваш персонаж связан с техникой будущей? Не думаю. Персонаж в костюме хамелеона? Я не знаю. Вашего персонажа играл Джим Керри? Нет. Вашего персонажа играл Джим Керри? Ты издеваешься? Ваш персонаж одет в зеленое? Да, это Леон. Ваш персонаж носит одежду синего цвета? Я не знаю. Возможно, частично. Ну, потом, ну будем учитывать скины некоторые. Ваш персонаж ассоциируется с синим цветом? Никогда. Связан ли ваш персонаж с водой? Если Леон акула, то да, но в целом нет. Если у вашего персонажа тату на животе? Я настолько близко с ним не знаком, если честно, чтобы знать, что у него... Нет, я думаю, нету. Ваш персонаж имеет красно-синий окрас? Нет. Имеет ли ваш персонаж отношение к воде? Нет. Ты уже спрашивал. Связан со снегом? Нет. Я понял, в чем фишка. Он просто обучается. То есть, когда он задает кучу бесполезных вопросов, это идет обучение этой нейронной сети. Леон. Боже мой, что? Да как? 500 000 раз. 500 000 Интересно, а есть какой-то топ окинатора, сколько раз загадывали того или иного персонажа? 500 000 раз. Причем последний раз, это прикольно. А меня бы интересовало в первый раз. Сотрудники окинатора, если вы здесь, напишите, ну, типа, вот вам совет. Первое, составить топ. А второе, ну, сколько раз. Было бы очень интересно, кого загадывали больше всего. У вас по-любому есть эти данные. И в последний раз было бы интересно. Интересно, в первый раз. Когда Леона все-таки загадали в первый раз? Блин, жестко. Жестко. 500 000, Карл. 500 000. Ну, это прям... Я серьезно, я дико удивлен. Папа, а тут есть вот игровой отчет. Так. А есть, жалко нет количества вопросов. Возможно. Ну, я понял, хорошо. Ну что ж, поехали, узнаем, есть ли здесь Степа. Степушка. Блин, это будет очень смешно. Надо это видео обязательно показать Ане. Обязательно, потому что это люто. Она реально мне не верит. Она не верит, что здесь есть Степа. Поехали. Ваш персонаж существует на самом деле? Да. Ваш персонаж мужчина? Да. Ваш персонаж видеоблогер? Ну, я не знаю, я думаю, что нет, но возможно, частично, вот так вот. То есть он же несознательно еще это, как бы, вот, видеоблогер, правильно? Ваш персонаж певец? Нет. А вашему персонажу больше 18? Нет. Ваш персонаж снимает видео с папой? Да. Да блин, ну так нечестно на 7-м вопросе. Как он это делает? А почему не Даня? А если бы я Даню? Мне кажется, меня подслушивают. Мне кажется, окинатор меня слышит. Пацаны, ну как? Объясните, как это возможно? Связан с каналом? Да. Это Степа, лол. Как? Офигеть. Как он это делает? Собака дикая. Так невозможно. На 7-м вопросе это невозможно отгадать. Что за фигня? Капец какой-то. Я возмущен. Я возмущен этими технологиями. Да. Ну, возникло куда? Куда? Я не увидел, я не заметил. Блин. Я не заметил, сколько раз он был отгадан. Короче, ребят, я сейчас пройду еще раз, просто чтобы посмотреть, сколько раз его загадали. Так, докрутил еще раз до этого момента. Сын, да. Смотрим. 2257 раз вы его загадали. Капец просто. Я в шоке. Степа начал сниматься вот-вот только-только. Интересно, сколько Даню Холдика загадали. Я думаю, что там прям капец. Там, наверное, блин, ну 10к плюс я вангую. Вот интересно, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько. Ну что, погнали, Даню загадываем. Сын Аурума, офигеть. А ваш персонаж видеоблогер? Ну, типа, блин, хотя, я не знаю.
знаю. Давай. Я просто не знаю, как это. И назовем так же. Возможно, частично. Хотя, успешная женщина? Нет. А связан с миром музыки? Нет, не думаю. Больше 18. Вот здесь, конечно, да. Больше такой, нет, меньше 18. Сразу потом следующий наводящий вопрос. Сын ли это ютубера? И потом начну. Я понятно. Здесь, короче, даже не сложно как-то, как, ну, типа, это наводящий вопрос. Вот это 18 минус, это сразу уже понятно примерно. Персонажу больше 18 лет. И... Снимает видео с папой? Да. Почему-то идет Аурум, а не Холдик. Здесь должен быть... Ну, Даня же очевиднее... Ну, блин, у Дани больше миллионов просмотров, чем у Степы. Ну, сейчас, очевидно же. Ваш персонаж связан с каналом? А вот сейчас, нет, и это Холдик. А ваш персонаж ходит? Да, думаю, да. Ваш персонаж ведет себя как ребенок. Он и есть ребенок. Даня! Сын Холдика. Да, есть. Дана Нетрекс. Почему Нетрекс? Нетрекс? Что это? Это, наверное, то? Что это за Нетрекс? Алло, пацаны, поправьте. Не, Ваня, напиши в комментах, пожалуйста. Что за Нетрекс? Ты вообще в курсе или нет? Это раз, а второй момент есть... Ну, поправьте это, уберите. Что это такое? Непонятно. Да. И 7763 раза. Круто. Это было, блин, много на самом деле. Я... Это прикольно. Так, ну и что ж, ребят. Все наверняка знают мою прекрасную жену Аню. И вот она не верила. Аня, хаюхай, ищу тебя в Акинаторе. Ваш персонаж женского пола? Да. Ваш персонаж знает вас? Да. Меня уже раскусили, что это я Аурум, и он меня сейчас Акинатор, мне кажется, меня слушает. Вашему персонажу больше 18 лет? Да. Ваш персонаж участвовал в Versus Battle? Не думаю. Ваш персонаж носил вас на руках в детстве? Это не мама. Хотя, блин, маму тоже надо загадать. Накидайте в комментариях, кого мне еще загадать, если мы наберем здесь 20 лайков. У вашего персонажа были дети? Да. Ваш персонаж является учителем? Ну, разве что Степаным. Этот персонаж из вашей семьи? Да. Вы ходили на свидание с вашим персонажем? Ну, теоретически. Какое это отношение имеет к делу? Может, еще спроси там, как мы придумали Степу? Ваш персонаж стал знаменитым благодаря интернету? Ну, очевидно. Вашего персонажа раздавил трактор? Пока еще нет. Ваш персонаж снимался в фильме «Девчата»? Нет. Вашего персонажа больше миллиона подписчиков на Ютубе? У Ани нет, меньше. Ну, у нее было два канала. Один 200к, второй 300к, ну, или 200. А, нет, вру. 50 и 200. Тысяч. Два канала у нее было. Но она напрочь сопротивляется участвовать в YouTube-движухе. Даже инста у нее есть относительно мощная. Вот не хочется человеку, не хочется. У нее уже давно миллион плюс был бы, если бы она хотела. Вашего персонажа больше миллиона подписчиков? Нет, Аня, нет, меньше. Ваш персонаж связан с физикой? Не думаю. Ваш персонаж из вашей семьи? Ты уже спрашивал. Вы когда-нибудь занимались сексом с вашим персонажем? Это неправильный вопрос на моем канале. Есть ли у вашего персонажа повязка на глазу? Пока нет, но я думаю, у меня будет повязка на глазу после этого ролика. Ваш персонаж женат, замужем? Да. Ваш персонаж одинок? Ну, ты что спросил? Ваша жена. Класс! Лол! Жена. Ну, типа, блин. Я понял. А так я ее не отгадаю. Вот в чем интересный факт. Короче, ее нужно отгадывать по-другому, потому что так-то он прав, но он не написал Аня, верно? Давайте я буду пытаться ее отгадывать как подписчик. Как подписчик. Мне отправляли по-любому говорить, что она здесь есть. Но я буду как сторонний подписчик, без вот этих всего. Продолжить? Да. У вашего персонажа есть шрам на глазу? Нет. Вашего персонажа называют женским именем? Да. У вашего персонажа есть дети? Да. Если у вашего персонажа... ну да. Такая, это жена все равно. Ваш персонаж имеет родственные отношения с вами? Давай я вот так буду. Хотя, блин, я его сейчас запутаю. Ну хорошо. Нет, давай до Талова. Вот этот будем до Талова. Я Аурум, Аня моя жена. Да. Мама. Что? Да нет, это прикольно. Слушайте, вы знали, что вы можете загадать свою маму, свою жену? Офигеть, можно. Интересно, можно свою собаку загадать? Лол, нет. Продолжить? Да. Ой, возникло техническое. Ладно, играть снова. Все, давайте, короче, блин, не будем так заканчивать эксперимент. Видео может очень долго. Как-то на стриме это сделаю, когда будет безлимит времени. Я подписчик, но не, ну типа, я не Аурум. Не от имени Аурума отгадываю. Ваш персонаж существует на самом деле? Да. Ваш персонаж прославился на Ютубе? Ну, будем говорить, да. Играет в Майнкрафт? Нет. Если у вашего персонажа дети? Да. Ваш персонаж с канала Деклонис? Нет. Ваш персонаж снимает Гарриц Мод? Блин, я надеюсь, там женщина, да, написал? Гарриц Мод? Нет. А Реал Мадриде? Нет, она женщина. Вы персонаж связан с каналом? Да. Ваш персонаж управляет кодом своей игры? Ну, возможно, частично, но она же часть семьи. Имя вашего персонажа из пяти букв? Нет, это не Аурум.
Аурум. А ваш персонаж играл с Ричардом Гиром? Не знаю. Вносит ли ваш персонаж макияж? Да. Из имя вашего персонажа состоит из трех букв. Да! Аня, ты тут? Я тебя нашел. Ты что, меня снимаешь? Прикинь, так его нашло 2200 раз. 2200 раз. И тебя даже, а тебя вот раз. Тебя... Кстати, стопу скоро будет больше, чем тебя. Ты уже почти. 2700. А его 2200. Да, это кайфарики. Я только что отгадал Даню, Холдика, Степу, тебя, ну и там Леона, и всех находит. А еще здесь можно найти, типа, свою жену. Ну, типа, я тебя сначала загадывал, типа, как жену. То есть он спрашивает, это ваша жена? Да. Ну, типа, там то. И потом раз выходит, короче, она. А это ваша. Много кто загадывает. В конце, когда он не может отгадать, он предлагает, говорит, напиши, скажите, о ком вы говорите. Ну что ж, ребятки, это все. Не знаю, у меня хронометраж длиннючий прям получился. Но надеюсь, вы это компактно все получите. И очень динамически. Прожимай лайкос, если тебе эта рубрика с Акинатором нравится. Мне крайне забавно этот персонаж. Это древняя тема. Но весело. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно вводите код Аурум в магазине. Прям must have. Вот, всех обнял. Пока, ребят.